В настоящее время успешно работает птицефабрика, открытая в Кочкурбаевской сельской управе Сокотинского района. Сегодня на птицеферме, работающей по современным технологиям, содержится 33 тысячи цыплят. На фабрике автоматизировано все – от кормления, сбора яиц до упаковки. Это дает возможность снизить затраты на производство. Точнее, несколько работ выполняется одним и тем же человеком с помощью современных технологий. Яйца, как видите, идут у нас через вес, проходят. Получается, сортируются на разные нумерации – С2, С3. И ложатся в лотки, складывают в коробки. Закупку оборудования поддержал Кыргызско-Российский фонд развития. Стоимость проекта составила более 1 миллиона долларов. Предприятие выпускает экологически чистую продукцию, отвечающую всем нормам безопасности пищевых продуктов. Произведенные яйца пока продаются на территории страны. Все же автоматизировано. Вот сейчас на данный момент 33 тысячи. В цеху работает один человек. И также это, ну, потому что без одного не получается, без человеческого вмешательства. А так в дальнейшем на 66 тысяч в цеху будет работать также один человек. На ферме, где содержится 33 тысяч кур, работает не менее 10 человек. Почти все они являются местными жителями. Открытие дополнительной фабрики будет способствовать улучшению социально-экономического положения этой местности. Нам необходимо поддерживать такие предприятия, ведь посредством них поднимается экономика страны. Кроме этого, увеличивается доход в местный бюджет. Еще обеспечивает работой местное население. Развитие на этом не останавливается. В ближайшие 2 года планируется увеличить поголовье кур, несушек до 132 тысяч. Если птицефабрика заработает на полную мощность, ежегодно будет производить 40 миллионов яиц. Айсло Мурзакова, Джумабай Исманалиев, УТР Качуй.